И всем привет, ребята, это я Пробой. И сегодня я буду снимать новое видео. А именно сегодня я буду проверять один миф из ТикТока. В общем, я в пустыне нахожусь. В общем, вот, я построю, короче, какую-то постройку. И там вдалеке должен появиться длинноногий херобоба. Мне кажется, это не сработает. Потому что херобоба, может, и существует. А может, и не существует, мы точно не знаем, короче. Что ж, ну а мы начинаем. Так, для этой постройки нам понадобится кактус. Вот так вот ставим. Теперь нам нужен, собственно говоря, песок. Вот так, 4 блока вроде бы, да. Так, 4 блока вот так вот ставим. Теперь на вот этом же месте мы берем, ставим рельсу и вагонетку. Блин, как-то оно не... Блин, оно не как-то... Оно как-то не так поставилось. Ну, подождите. Так, в общем, все у меня сработало. И, в общем, вот так вот мы ставим вагонетку сейчас. И она должна поехать вот, вот так вот. Она должна проехать 4 блока. Вот сюда об кактус. И что ж, давайте, собственно говоря, проверим. Что ж, момент истины. Как-то она не проезжает, конечно. Так, и... Ну... И где тут, собственно говоря, херобоба? Длинноногий херобоба, в общем. Чё за фигня? Ну, не работает. Я знал, что не сработает, короче. Я же знал, что не сработает. А может, и сработало, а может, он появился где-то там далеко. Может, еще раз. Может, еще раз. Давайте еще раз попробуем. Ладно, больше. Может, надо по-другому? А, ну так вообще не едет. Ну, как бы и где? И где этот, блин, херобоба? Где? Где ваш херобоба? Ну, в общем, миф не правда. Что ж, ну а на этом все. Всем удачи и всем пока. И обязательно не забывайте поставить лайк и подписаться на канал. Всем удачи и всем пока.